В декабре 2015 года в Химках открылся первый частный центр помощи особым детям «Тысяча шагов». Он работает всего месяц, но его уже постоянно посещают более двух десятков детей с психическими и умственными нарушениями. Саша, скажи сюда «привет». Привет. Шестилетний Саша не может усидеть на месте. От занятий с педагогом сегодня отвлекают незнакомые люди. Хотя урок малышу интересен, ведь правильно определяя картинки, он получает подарок. Время поиграть с красным паровозиком. Морковка — это что у нас? Овощ. Овощ. Куда овощ? Куда кладем? Овощ. Вот, давай, овощ. Туда, где овощи, положи. Клади. Клади сюда. Получил поезд. Поезд. Покажи, да, в камеру, какой там поезд. Я не могу сказать, что Саша ребенок необучаемый, Саша ребенок сложный, но при грамотном подходе специалистов ребенок, который вполне в будущем, я на это моя самая большая мечта, что с помощью грамотных специалистов мой ребенок сможет жить самостоятельно и будет, скажем, просто хорошим сантехником, электриком или банально грамотным дворником. Саша и многие другие приходящие сюда дети особые. Кто-то замкнуто живет в своем внутреннем мире, не общаясь с другими людьми, кто-то к 6 годам плохо говорит или двигается. Здесь их учат постигать мир. За простыми мыслительными играми с движением, даже изучением замочков и выключателей, стоит целая научная методика. Мелкая моторика — это все развивает, способствует развитию речи. То, что ребенок делает руками, в том числе и пластилин, лепка разные, продевает шнурочки, завязывает, трогает как можно больше разные мелкие движения, это все способствует развитию речи, которое очень важно у детей с особенностями развития. Зачастую у них задержка речевого развития. Сам центр разместился на первом этаже обычной высотки на улице Молодежная, 68. Близость к дому важна для игровой терапии. Ребенок не должен уставать от занятий. Идея была создать этот центр. Она родилась давно, уже около года назад. Мы очень долго ее носили. Сначала думали, потом отменяли эту идею, потом опять к ней приходили и пришли в итоге. Почему? Потому что мы поняли, что возить ребенка на какие-то занятия по всей Москве — это невозможно. Финансово нам никто не помогал. Мы задумали это сами, осуществили это сами. Работаем исключительно пока на своем энтузиазме. В центре работают 15 педагогов. От логопеда-дефектолога, нейропсихолога, кинезитерапевта до преподавателя танцев и специальной физкультуры. На индивидуальных занятиях 12-летняя Полина учится лучше понимать свое тело. Носочки, пяточки. Что еще нравится? Нравится кошкой ходить, там прогибаться, спину. О том, что у ребенка есть проблемы с правым полушарием мозга, родители даже не сразу заметили. Да, у нас были проблемы, то есть мы даже в ходьбе, мы ходили, там ручки вот так расставляли, допустим, как пингвинчики, да, ходили, а сейчас как бы ребенок расслабляется, то есть он постоянно был зажат, то есть постоянно вот в таком, не расслаблялось вообще, то есть тело не расслабляется, не работает, это оказывается из-за полушария мозга. Я никогда об этом не думала, поэтому недавно только это узнали. А сейчас ребенок даже видишь, как он двигается, даже вот ходит, когда там бегает, все движения по-другому уже. У Полины в семейном центре появился друг для общения, и она мечтает о профессии парикмахера для животных. При особом подходе дети удивят своими возможностями, уверены педагоги центра, и намерены обучать навыкам общения с такими детьми самих родителей. Павел Рыбаченко, Ирина Веремеенко, Олег Мелехов, служба новостей.